Там кости навалено, костей белых. Кого-то съели. И ни одного человеческого черепа не видно. Да, было бы неплохо. Неплохо. Не, было бы на целый скелет какой-то, знаете, большой. Большой, да. Один слона. Подвешено на ветку пальмы. Со стрелами такими. А чувствуете запах, как лесом? Да. Как у нас в лесу. Причем он как это мультики реально кость поднял и побежал. Мультик, ты с них рисовал. Тоже попка хорошая. Да. Но прическа, блин, да, хуже, конечно, чем у меня. Телевик — это вещь. А если такой, как у вчерашних чувачков, метровый длины. Вообще, он как на ладошке будет. Да. У меня все время задом получается. Кто что любит, Лена? Слушайте, а бородавочки как раз это и шик. А где он там был, я что-то не помню. Ну, он этот поросенок там такой, кабанчик. Кабанчик там ой, такой. Ой, да. Кто тут ходит, а у меня тут кадры. Эдимир. Mm-hmm. Поехали, да? Славный Лик. К нам. К нам не надо. Славный Лик. Леночка в пляжной курточке. После дорогу переходит слоны, Валер. Да. Томас наш водитель. Он слоны переходит дорогу. Хорошая примета. У нас в Москве так говорят. Если слон дорогу перебежал. Да. Сегодня еще. А завтра у нас дорога или что-то еще? Да, дорога. Маленький еще не знает, пальму едят или нет. Попробовал, невкусно. И не боятся, что там в пальмах могут леопарды прятаться. Они никого не боятся. Леопард, но слона не будет. Да. На них вообще никто не летает. Кроме людей. Ого! Истребили за эти дни в свое время, да? Да и сейчас истребляют. В декабре или в ноябре месяце в Момбасе сожгли 25 тонн бивня. Отнято, да? Да, да. Их обычно водным транспортом отсюда отправляют. 25 тонн. Сколько слонов? Я думаю, это очень много. Обалдеть, да? Зачем? Вот вообще. Знаете, я как-то в какую-то... Куда пошел? Две гиены за окном. Две помещаются? Жалобно завыли. Надо, чтобы поместилось, да, я сегодня сниму? Ой, сейчас. Она лапки в кусты зашла. Блин. Зараза. Конфетка есть у кого? Она вот эта. Я никогда бы не подумал, что гиена тоже не боится. О, нормально. Нормально, Сима. На вас. Это я в московском зоопарке детей отвел. Смотри, прям сюда идет. Да, запах есть. Причем как-то странно, на воздухе такой запах. Блин, камера маленькая, 5D не умещается в ней, чтобы запах передавать. Во-во, садится опять, зари. Слушайте, а вы знаете, что делает? Он, наверное, метит территорию. Метит обычно, когда ты все. Так устанешь, метит. О, бум, и поехали. Алайкас, йо сирена, йо сирена. Сирена, мимо, я была сирена, Лео, наверное, Килагуни. Момбаса, йо сирена, Момбаса, как у Пайзо, Нини, Изо Макаркаси. Тобе кона, кому каназу. Кона, зяча сирена, на Макиране, сирена, на Она, на Камтарагио. Носик, как у ежика. Черненький, мокренький. Ты куда идет, интересно? А любопытный? Рядышком-то встаньте. Слушайте, он что-то
А что тут сильно происходит? О, это мальчик. Это мальчик, а там девочка, ну, наверное, смотри. Любовь будет, смотрите, как заигрывает хвостом. О, о. Хочешь большой и чистый лёд? Приходи к сараю, да? Как бы говорит он. Смотри, смотри. Ой, она оскаливает зубы. В Африку приехал, там станки, станки. Все? Дай-ка я сниму, это я снимаю, снимаю. Мультик классный, вот так и называется «Акуна-матата». На рейнджер вооруженного дали. Я с ним фотографирую. А, его можно. Лена, щелкай и уходи. Щелкай и уходи. Я на видео сниму. Слоны на фоне Килиманджаро. Маленький слоненок, он какой идет. Ой, смотри, сюда идет. Ой, смотри, смотри. Хобот поднял. Нет, пошли. Меня он отворачивается. Он предупредил? Да, не переходит. Смотри. Он предупредил, смотри. Опять и опять. Это не тот кадр, это новый. Это уже другая группа слонов. И все это на фоне Килиманджаро. Какой большой вот слон идет. Там вперед вырывается. Какие бивни. Наверное... Уши прям у них. У них все большое. Да, да, Катя? Собаки. Я и сам обзавидовался. Ох, девки мои. Неугомонные. Смотри, а вот маленький идет, уже бивни растут у него, смотри, да? Когда-то должны расти. А, уж, а это мальчик, видишь, у него торчит. Господи. Прошли? Да, да. Через дорогу через напылили, дорогу. Попылили. От Килиманджаро. Не попался один слон. От Килиманджаро. Вон напылили. А идут тихо, не поют, да, не разговаривают. Ну все, Валер, что ты там? Все, поехали. Напряг, напряг. Не напряг, а наоборот, восторг. Восторг 8 дней. Ну, нет, и устанешь, и все равно будешь восторгаться. Вон они здесь, они вот полные оттуда. Блин, сколько, правильно говоришь, что мы посели около 1200 слонов, что ли? И не надо, тогда у Масаи Мара ездить, блин, переплачивать. Так, а здесь кого видели? А, они вот снимок делали. Лена, делай снимок. Лена, делай снимок. С корягой вот с этой. Быстрей, быстрей. Мы с автоматом. Вот наш рейнджер. Почему только нам дали? Не надо больше, нормально. Лен, сейчас мы нас щелкнут. Привет, родине! Сейчас родина будет без привета. Давай. Ну,
Бай. Валя, сфотографируйся.